Меня зовут Мосина Дарья, и на данный момент я стала иллюстратором. После школы, кстати, у меня все равно пошло на творческое движение такое. Я пошла в парикмахерский колледж учиться. И там у меня была основа искусства, прически, построения. Мне это не понравилось, мне только потому, что я люблю животных, и я в детстве стригла собак. Творчество у меня также пошло дальше, потому что мне захотелось поработать в баре. Там тоже очень много творчества. Продолжала расти и расти в бизнесе ресторанном, и доросла до управленца. И мне стало неинтересно. Поняла, что в этом развитии у меня дальнейшего нету. Подумала, что я хочу рисовать. Все-таки мне же это нравилось, и я решила попробовать себе это продвигать. И пришла к коммерческой иллюстрации. Мне очень нравится, на самом деле, рисовать черно-белое. Не знаю почему, потому что есть представление, что когда я беру краски, например, мне не хватает цвета. У меня все это зарождалось тем, что у меня были раскраски, дудлинг, у меня куча фломастеров, и мне все время не хватало цвета. И вообще я сама по себе очень люблю наблюдать за людьми. За людьми, за формами, за красками. И как-то вот постепенно... Оно ко мне приходило, я периодически рисовала, но не всегда. Очень романтическая история была прекрасная. Молодой человек решил сделать подарок для девушки на день рождения и нарисовать икону с поздравления. Сам заказчик вплоть уже задумался о том, что можно нарисовать целую линейку этих комиксов там. Ну и фантазия у человека пошла, вот так вот. И это очень классно, когда ты сам вдохновляешься и людей вдохновляешь, когда у них глаза начинают гореть. Или была такая перемена в моей жизни. Там какой-то открытый поток у меня был. Я уехала в Дубай, кстати. Там я очень сильно стартанула. Я начала писать себе цели, важно прописывать цели. Медитации начали тоже работать. И мне очень часто приходят видения для моих рисунков, на самом деле. Я вижу прекрасные картинки, которые я раньше не видела. Если ты хочешь развиться в том, что ты хочешь сделать, тебе нужно сделать этот шаг. Какой бы страх у тебя ни был, страх – это ступень в твое будущее. Мне хочется сказать всем, если у тебя есть желание, это не самое главное. Главное – к нему двигаться, делать какие-то шаги. Путь найдешь всегда. Вот. И нужно слушать себя. Это самое важное – научиться слушать себя. Просто сядь, задай себе вопрос. Чего я хочу.